Улица Грузинский вал. Произошел пожар. Возгорание началось на втором этаже шестиэтажного строящегося дома в центре Москвы. Информация о пожаре поступила в 14:04 по московскому времени. Происходило возгорание строительных материалов на площади около 70 квадратных метров, сказали в пресс-службе. В главке отметили, что для ликвидации пожара организован штаб. Сведений о пострадавших не поступало. Дмитровское шоссе. Произошло массовое ДТП, о пострадавших информации не поступало. МКАД, 107 километр, внутренняя сторона. Автомобиль Лифан службы каршеринга врезался в фургон дорожных служб, которые устанавливали отбойник. По счастливой случайности водитель легкового автомобиля не пострадал. Движение транспорта в районе аварии на внутренней стороне затруднено. Улица Пулковская, дом 3, корпус 3. В квартире на пятом этаже произошел пожар. Пожарные спасли из горящей квартиры двух человек. Их осматривает скорая. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Причины пожара выяснят дознаватели. Улица 6 Кожуховская, дом 13. 5 человек были спасены при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло в жилом доме. Происходило возгорание электрощитовой и нескольких дверей в квартире на площади 10 квадратных метров. Thank you.
Утром 10 января на Волгоградском проспекте столкнулись лоб в лоб автомобили Kia Taxi и Nissan. ДТП произошло возле дома номер 145, корпус 2. От удара автомобили разлетелись в разные стороны, задев еще два автомобиля. В итоге пострадал один человек. Автомобили получили различные механические повреждения. На месте работают сотрудники ЦОДД, ГИБДД и ЭКЦ, движение транспорта в сторону центра затруднено.